Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий. И сегодня, ребят, мы будем играть в новенькую версию игры Грэнни, которая называется Grandpa Mask Granny Neighbor. Поэтому, друзья, если вам нравятся видосики по Грэнни, то обязательно жмем лайк, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан, и пишем свой какой-нибудь клевый комментарий, который может оказаться в следующем видео абсолютно в любой момент. Но сейчас, ребят, мы видим уже их приодетыми, довольно-таки, знаете, жуткие у них такие маски, и довольно-таки такой, блин, смотрите, всякие там, а что у них... Молотки в руках. Ну, вы знаете, они не сильно похожи на бабку с дедом, но это выглядит гораздо устрашающе, нежели то, что мы видели до этого. Ладно, ребят, нажимаем новая игра. Обязательно сейчас постараемся посмотреть всю локацию, которая здесь есть. Что-нибудь поищем, возможно, даже попробуем сбежать. Но самое главное, ребят, это сейчас посмотреть на нашего дедулю и нашу бабулю. Так, мы, получается, как всегда, ну, видите, мы уже не просто проснулись, мы просто появились в какой-то отдельной комнате, которая довольно-таки простая. Вы знаете, здесь реально жить можно. Как всегда, мы можем прятаться под кровать. Видим, тут есть какая-то картина, на которой изображены какие-то два мужика и дети. Я так подозреваю, возможно, это какой-то детский дом был. Или это... Я не знаю, что это, ребят. Так, ладно. Тут я вижу, есть дверь, которая, кстати, закрыта. Наверное, мы должны будем что-то здесь найти. А вот еще, ребят, картины. Слушайте, где они берут эти картины? Мне показалось, что кто-то сюда ломился. Ладно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас книги, и книги мы пододвигать, я так понял, мы не можем, да? Слушайте, такой звук какой-то стрёмный, когда я хожу. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас нифига нету. Ладно, окей. А, мы можем брать, короче, тарелку. А, мне кажется, мне надо, может, кинуть тарелку для того, чтобы мне открыли эту дверь. А где мне спрятаться? Наверное, может, в шкафу? Да, наверное, в шкафу должен буду спрятаться. Давайте здесь тогда кинем эту тарелку. А сами, короче, спрячемся. Так, теперь слушаем очень внимательно. Да, кто-то пришел. А посмотреть мы можем, кто там? Я вижу щелечку, но через эту щель ни хрена не видно. Ага, все. Просто открылась дверь и все. Ладно. Так, что это за... А, мы здесь прятаться можем, прикольно. Так, ну здесь, как всегда, книги, ничего такого нету. Где кто что открыл? Блин, вот эти звуки, они реально такие стрёмные какие-то. Так, диван. Так, опять эта коробка. Опаньки, а сюда мы залезть можем? Не, мы сюда залезть не можем. Так, видим еще. Слушайте, ну мне, походу, надо будет что-то найти. Я так понимаю, учитывая то, что я вижу сейчас здесь, мне нужен будет замок, точнее ключ. И... О! Вот он! И лом, наверное, нужен будет. Смотрите, как он выглядит, ребят. Блин, я хотел назад, в итоге нечаянно нажал вперед, и он меня убил. Ну ладно, окей. Кстати, мне будет интересно посмотреть, какая здесь будет концовка, плохая или хорошая. Но обычно в Грэнни всегда есть какие-то концовочки. Оу! Какого? Ни хрена себе! Вот это ловушка, конечно, ребят. Вы видели? Блин, ну это реально что-то новенькое и необычное. Так, ну это, конечно, все хорошо, но нам нужно, короче, искать предметы. Так, кстати, видите, здесь, походу, тоже, что ли, может провалиться. Не знаю, ладно. Так, здесь те же самые тарелки, кружки. О! Не-не-не-не-не-не-не-не! Хватит меня бить! Все! До свидули! Так, хочу закрыть дверь. Все, закрываем эту дверь. Так, а бабулю мы еще не видели. Деда мы уже типа видели. Ну, слушайте, ну, конечно, одели его просто реально жестко. Он так кремезно выглядит, если честно. Слушайте, я везде вижу, короче, какие-то вот такие вот линии. Я не пойму, это то ли у них проводка, то ли здесь что-то у них, какие-то комнаты, или это так разрисовано все. Ну, очень странно все сделано. Welcome. Да, welcome to hell. Так, книги. О! Фу, блин! Пипец! Вот этот звук, который, когда приближается, я сперва на него не обращаю внимания. Мне кажется, что эта игра запугивает. Оказывается, это он у нас просто за спиной находится. Блин, ты реально... Я реально только что, ребят, пересрал. Так, иди нафиг отсюда. Ну, ты не туда идешь, мы там еще не были, блин. Нам надо что-то найти. Только я не понимаю еще, где и как нам находить. Я ни хрена пока мест найти не могу. А в картины они не падают. Ой, я присел. Почему я присел? Иди сюда. Иди за мной. Иди сюда. Куть-куть-куть-куть-куть. Я спрятаться хочу. Так, по идее, он сейчас должен пройти мимо. Может, он упадет? А чего он не падает? Вы слышали?
Он говорит со мной. Опять он туда приперся. А, я знаю, что я сделаю. Так, где моя тарелочка? Давайте возьмем эту тарелку, кинем, короче, вниз. Я хотел вниз. Я хотел кинуть тарелку вниз. Нет, не прыгай сюда, не прыгай. А он не может сюда залезть, смотрите, да? Это жестко. Его просто, его забаговал. Блин, он идет ко мне. Как отсюда выбраться? Он сюда идет? Да, он сюда идет. Ладно, сюда давайте спрячемся. Я надеюсь, он сейчас пойдет туда, а мы, короче, сюда. Я не пойму, он то ли что-то говорит, то ли он просто издает какие-то звуки. I can smell you. Он чувствует мой запах. Он говорит, I can smell you. Это типа он чувствует мой запах. Я сейчас, блин, возьму тарелку, и ты еще услышишь меня. Вот только ты меня не увидишь, потому что я спрячусь. Иди сюда. Он идет? Или нет? О! Блин, зараза! Фух! Так, ладно, все, ребят, надо немного абстрагироваться, потому что я немножко, блин, что-то растерялся, потому что, блин, я хочу пойти туда, а он там, зараза, иди отсюда, дай мне поиграть, падло. Не иди сюда, вниз иди. Я понимаю, ты чувствуешь мой запах, я вижу твои коленки, но я хочу бабулю увидеть. Мы видим тебя в маске, но мы не видим бабулю. Так. Давайте возьму сейчас кружку. Слушайте, я могу в него кружку запулить? Да не могу в него ни хрена запулить, короче. Давайте вот так сделаем. А куда она упала? Так, сейчас он сюда придет. Мне надо уйти в ту сторону, но он там бегает. А по кругу в него ходить, ну блин, это тоже жестко. Да, он пошел туда, отлично. Все, мы, короче, пойдем сюда. Так, все. Так, здесь мы еще не были. Так, что это? Я могу это открыть? Я не могу это открыть, да? Это аптечка какая-то. Так, тут у нас что? Здесь просто шкаф. О, холодильник. Что у нас в холодильнике? Ями. Как много всего. Ух. Я вижу, вы прям жируете. Так, здесь у нас просто какие-то тарелки. Так, здесь у нас... Ни хрена. Нету. Так, тут... О, ключ! От чего ключ? No, fuck, no! Да и сюда успею! Он меня увидит! Это я так дышу! Он, походу, видел, где я. Падло! Блин, локация, вы знаете, она вроде как и большая, но, блин, она неудобно выстроена. А где ключ? У меня что, уже ключа нету? Она чертовски неудобно выстроена. Ладно, короче, давайте дальше. Мне надо взять тот ключ. Так, где ты есть вообще? Ага, вон он. Ладно, давайте я спрячусь, наверное, сюда. Ой, прячься! Так, он должен выйти. Или нет? А он меня что, не видел, что ли? Вот плохо, что они не могут туда упасть. Было бы классно его туда загнать. Чувак, я здесь. О! Он так долго шел? Так, ладно. Давайте, наверное, как-то... Давай. Он просто берет и ходит здесь. Спускайся вниз. Вы видели, он просто по воздуху ходил. Так, мне надо взять кружку, пусть он сюда идет. О, а здесь я могу, может, блин, а какую я могу дверь открыть, я не понимаю. Но доски я не могу выломать. Мне что-то надо, но я ни хрена не пойму, где и что мне надо. Давайте, наверное, эту кружку возьму. Да ну, блин, зараза, откуда ты здесь берешься, падла? Иди отсюда, я по стеночке иду, все, ты мне не должен вообще, нифига. Я это сбросил, все, я бегу в ту комнату, там, где я видел ключ. Может, под ковром что-то есть?
Так, все, где-то здесь я... А вон он, мой ключ. Теперь осталось найти, теперь куда мне его применить. О, здесь еще комната есть. Так, эту дверь давайте и закрою. Вы слышите? Ну, за окном я ни хрена не вижу. Здесь просто кровать. Короче, мне кажется, мне теперь надо найти, откуда... Ну, блин, там все забито. Если я даже открою где-то замок, то не факт, что я еще выберусь, потому что я не нашел лома. А, может, отсюда замок? Не знаю, здесь закрыто. Блин, как мне тебя взломать? Ладно, он сюда идет, нет? Ладно, давайте искать, откуда, от какого замка этот ключ. Самое главное, быть осторожными. Да ну, зараза! Пшел отсюда, пшел, поганый. Так, здесь? Нет, не отсюда. Блин, откуда? А, может, там внизу? Он за мной идет? Да, он где-то там за мной плетется, но я думаю, я успею здесь открыть хотя бы эту дверь. Так, что дальше? Блин, ну мне надо теперь выломать, как? Блин, может, здесь где-то здесь что-то должно где-то валяться? Что это такое? Блин, он сюда идет? Нет. Блин, я каким-то образом, мне кажется, должен что-то где-то найти, поломать, возможно. Или где-то скрытая комната, но я не понимаю. Я кроме ключа пока мисс ни хрена не нашел. Может, я просто невнимательный? Так, а где он есть? Чувак, я здесь. А чё он там стал? Давайте я, наверное, пойду возьму тарелку. Для того, чтобы опять скинуть все это сюда. А! Падла. Так, я надеюсь, он сейчас пройдет мимо. Нет меня. А может, гранату кинуть? А может, все-таки не стоит? Ну и где ты? Блин, почему он такой долгий? Почему он такой тугой? Так, он идет сюда, нет? Ну, он меня слышал, нет? Да, ну встань! I'm just here. Я понимаю, что ты здесь, но тебе туда надо. Влево, иди влево. Куда ты пошел? Блин, давай, может, ты должен открыть эту дверь как-то, а? Я не понимаю тебя. Только не говори, что ты просто застыл. Ты дур? Ой, ладно, пока мисс он далеко не ушел. Давайте я здесь сделаю вот так. А здесь вот так. Так, по идее, он сейчас точно должен пойти туда. Да-да-да, иди туда, иди. Все, идем. Так, надо быть очень внимательными. Эту дверь я закрою, нахрен. О! Стоп! Что? А, мне надо здесь собрать картину. Так, это наверх, это сюда. Что мне открылось? Блин, там что-то открылось, отстань от меня. Блин, а где что открылось вообще? Блин, я не понял. О! Он здесь спрятаться негде. Иди сюда, давайте по кругу его обведем. По кругу будем его вести, блин. Так, где-то что-то я слышал открылось, но я не понял, где именно. Я невнимательный.
А, вон дверь открылась, ребят. Еще один ключ. И все, здесь только ключ. Да ты прикалываешься. А этот ключ, наверное, я понял от чего, ребят. Наверное, от... Блин. Давайте сюда спрячемся. Это, короче, ключ, походу... Нет, пожалуй. Нет! Я надеюсь, это не пятая ночь была. Да ладно. Короче, ребят, походу это был ключ от той, от того шкафа. Блин, ну это очень обидно. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом выпуск закончим. И в следующий раз я обязательно постараюсь уже, наверное, возможно, пройти дальше. Вы обязательно напишите мне, ребята, об этом. Хотите ли вы продолжение данной игры? Потихоньку будем не раздупляться. Но вы были, ребят, на канале Экспервит. Всем спасибо за просмотр и всем пока.